номер 412, 6.02, ПЧ-3, ПЧЗ-3, не Потачев. До отмены. Станция Майорск, километр 508, пикет 5, четный-нечетный путь. Закрывается для движения всех поездов вследствие обстрела. ДСП у Каракова приняла. То есть, получается, что закрыто, своим, да? Своими словами, чтобы понятно было простым людям. Да, да, да. Человек, который отвечает за целостность, он проверяет эти пути, дал ей уведомление, что путь закрывается для всех поездов вследствие обстрела. Нарушение. Он называет свою фамилию. Дежурная, которая пишет, записывает с его слов, расписывается. Там нанесены какие-то разрушения, повреждены пути, я так понимаю, поэтому закрыт проезд. Да, вследствие обстрела путь закрыт для движения. Повреждение пути там написано, это важно. Повреждение пути, да. Проезда и повреждения. То есть, самое главное, что вследствие повреждения пути и обследование этой пути. Проезд железнодорожного транспорта невозможен. Невозможен, да. О чем подтвердил начальник ПЧ. Не Потачев. Не Потачев. Зам начальника ПЧ-3, Красный Ливан, не Потачев. Скажите, будь ласка, якого числа таке розпорядження надійшло? Уведомление поступило 6.02 в 12 часов 14 минут до отмены данного распоряжения. Есть на станции телефон.